Саламатсыздар ма, құрметті жерлестер, қадірменді тұрғындар. Өздеріңіз білесіздер, биылғы жылы еліміздің президенті Қасым Жомарт Кемелұлының жарлығыменен әр деңгейдегі әкімдердің мына халықтың алдында есеп беру тәртібі өзгертілген. Осы өзгертілген тәртіпке сәйкес біз жұмысымызды жүргізіп жатырмыз. Бүгін осы Красный кордон, Северный, Сраства, Энергетика, Общество слепых, Березовский, Ақсай кентінің тұрғындарымен осы кездесу біздің кестеге сәйкес өткізіп жатыр. Сондықтан осы кездесуге қош келдіңіздер. Енді осы кездесуге қош келдіңіздер. Жаңа айтқан еліміздің президент Қасым Жомарт Кемелұлының жарлығыменен әр деңгейдегі әкімдердің халыққа есеп беру кестесі өзгертілген болды, тәртіп өзгертілді. Осы тәртіпке сәйкес біз осы кестеге байланысты міне бүгін сіздермен кездесу өткізіп отырмыз. Осыған қош келдіңіздер. Және де енді өздеріңіз білесіздер, 16 наурыз күні еліміздің президенті мына парламенттің біріккен отырысында бұрынғы осы Семей облысын жаңғырту бұрынғы Семей облысының аймағында Абай облысын құру жөніндегі шешімін айтқан болатын. Осы жаңалықпен баршаңызды шын жүрегімен құттықтаймын. Енді қазір мына тамаша Рамазан айы жүріп жатыр, міне қазір аяқталып қалды. Сондықтан ораза тұтқан азамат пен азаматшаларымыз, оразаларыңыз қабыл болсын, осы Рамазан айы құтты болсын. Бұл енді кешірім айы, жақсылықтың айы, осы 12 айдың сұлтаны деп жатамыз. Міне осы бұл үлкен мереке, сондықтан осы мерекемен де құттықтаймын. Алдымызда тағы да жақсы мерекелер келе жатыр. Әрқашанда көңіліміз осында жарқын, берекеміз бекем, жұмысымызды бірге өстіп атқарсақ көрем, алдыдағы мақсаттарымыздың бәрін орындауға толық мүмкіншілігіміз жетеді. Енді мен сіздерге, енді мен қай тілде айтқаным дұрыс болады енді? Онда мен қазақ тілінде, арасынан орыс тілінде қосып отырайын, енді бәріне бірдей жаңағы түсінікті болсын. Мұна енді қазір мен сіздерге осы әлеуметтік көмек қаражаты жөнінде қысқаша айтып өтейін. Жалпы енді мына 8 маңызды көрсеткіштерге байланысты біз былтыр жылы толығыменен алдымызға қойған міндеттерді орындадық және де оның өсімін қамтамасыз еттік. Сонымен қатар биыл жылда осы жұмыстарымызды бізде жалғастыратын боламыз. Мынау енді бірінші алдарыңызда таблица тұр. Бұл инфографикада міне өндіріс өнімінің көлемі бірінші месте таныстыра кетейін, бұл 120.2% былтырғы жылы асқан болатын. Биылғы жылда сол өсім қамтамасыз етіледі. Қазіргі бірінші кварталдың есебі бойынша біз оны қамтамасыз ете алдық. Екінші енді объемы обрабатывающей промышленности составилось увеличение 124.2%, объем валовой продукции сельского хозяйства 128.7%, товарооборот 109.9%, привлечение инвестиций на 107.6%, объем строительных работ 112.8%, действующих субъектов малого и среднего предпринимательства 106.8%, и бюджет города по собственным доходам исполнен на 125.1%. Жалпы байқап отырсыздар, мына биылғы жылдың жоспарында да осындай өсім қамтамасыз етілетін болады. Бұл бойынша біздің есептеріміз бар, және де жұмысымыз бойынша бірінші кварталда біз осы көрсеткіштерді былтырғы жылдың көлемінен түсірмей өсім қамтамасыз ете алдық. Оны жаңа мен сіздерге айтып кеттім. Келесі бұл денсаулық сақтау саласында. Енді 17-21 жылдың бөлінген қаражаттың көлемін көріп отырсыздар. 803 миллиард теңге. Мына заманауи жаңағы технологияларға байланысты тиісті құрал жабдықтармен қамтамасыз еттік. 300 дана және де мына радиоиске центр орталық бізде жаңағы былтырғы жылы іске қосылған болатын. Сонымен реабилитациялық орталық балалардың былтыр іске қосылды. Енді мына жерде айта кететін болсақ, мына центр ядерной медицины деп отырмыз. Мына по центру ядерной медицины
На сегодняшний день уже пролетели порядка 217 человек. Если потребность по стране составляет 52 койко-места, из них 15 находится сейчас в городе Семен. Она оснащена со всеми современными оборудованиями. Она является уникальным центром, единственным в нашем городе. Будем продумывать также вопрос насчет его расширения. Қазіргі жалпы 217 адам жаң емделіп өтті деп отырмыз. Емделген өткендердің 78-і осы біздің өңірдегі адамдар. Сондықтан бұл жаңағы орталықтың өз маңызы өте зор, және жаңағы сұранысқа ие жан жақтан басқа облыстандарда осында келіп емделуге жазып атқандар, сұрап атқандар өте көп. Және де енді қазір біздегі барлық денсаулық сақтау орталықтарында тиісті жаңа құрал жабдықтар, мен айттым 300-ден аса құрал жабдықтар алынған. Бұлардың барлығы не енді осы денсаулық сақтау саласындағы мамандардың жаңағы жұмыс істеуі үшін ең бастысы осыларды үйрету. Осы ақырғы 3 жылда 74 денсаулық сақтау саласындағы мамандар мына Европадағы, әлемдегі бар мақта клиникаларда оқуларын өткізген болатын. Осы жұмыс облыстың әкімі Данияр Кенішевтің тапсырмасымен жалғасын тауып жатыр. Биыл жыл болғасында оқуларға жіберді. Өйткені қазіргі қолданыстағы түгел осы құрал жабдықтарды мына біздің енді халықтың мына осы емдеу процесін тоқтатпай жақсы әрі қарай жаңғырту үшін осы құралдарда жұмыс істейтін мамандар керек. Міне осы мамандардың да осыда жұмыс істеу, ары қарай жаңағы оның дамыту бойынша да жаңа бөлек бағдарлама әзірленген, осы бағдарламамен қазір жұмыс атқарылып жатыр. Келесі дене шынықтыру, мәдени және спорт саласы. Жалпы бізде 392 жабық жаңағы нысандар жұмыс істеп тұр. Білесіздер, мына көп функционалдық жаңағы спорт кешені жұмысқа рас не болып қалды ма рас іске қосылған. Осы уақытқа дейін бұл жаңағы көп функционалдық спорт кешені іске қосылғанымен бізде семей қаласында көптеген қазір жарыстар өткізіп жатыр. Жалпы ол жерде тек қана суда жүзуменен 1,5 бала қазір осы жүзумен айналысып жатыр. Оның сыртында спорттың басқа түрлері де бар. Енді қазір келіп көріп жатқан мамандар біздің осы көпфункционалдық жаңа спорт кешенінің барлығы ішіндегі мына әлемдегі стандарттарға сай деп өздерінің қорытындыларын беріп жатыр. Міне қазірдің өзінде бізде волейболдан мына клубный командалар арасындағы Азия чемпионаты өтіп жатыр. Бұл жерден жеңген команда мына әлем біріншілігіне баратын болады. Осының алдында күрестен, қазақша күрестен Қазақстан біріншілігі, сонымен қатар мини-футболдан, және де спорттың басқа түрлерінен де жаңағы көптеген жарыстарға осы жерде жаңағы финалдық ойындарын басқа олардың жаңағы арасында болып жатқан ойындарды өткізуге көп қызығушылық көрсетіп отыр. Осындай жалпы орталық бізде облысымызда Семей қаласында ғана орналасып отыр. Бұл да осы біздің Шығыс Қазақстан облысы әкімі Данияр Кенішевтің шешімімен салынған жаңағы осы Семей қаласына берген үлкен тарту деп есептейміз. Мына суда тек қана жүзу емес, синхронный плавание деген бар. Соның мамандарды келіп анда жақсы баға берді. Өйткені мына жалпының ішіндегі барлық құралдарменен қамтамасыз ету және де ол жерде мына халықтың спортпен айналысудың деңгейін бәрін жаңағы көріп жалпы мына Алматы менен Нұр Сұлтан қаласындағы орналасқан осы көпфункционалдық спорт кешенінің осы арена сияқты спорт кешеніне жаңағы осы стандарттарын көріп жетпейді деп жаңағы үлкен баға беріп кетті. Сондықтан да және де осы көпфункционалдық жаңағы орталықты
жалпы жолуга Казахстанда жаңа облыс орталыктарына салу керек дегенде пікірлер айтты. Енді ары қарай осы оларда жаңағы тек қана спорттық шаралар емес, ол жерде мәдениет шараларды өткізуге болады, концерттерді өткізуге болады, олардың барлығы есіп жатырсыздар, бастамасы бар, жүргізіліп жатыр. Сондықтан да арада біздің осы өңіріміздің спортын дамытуға осы кешенде жаңа үлкен септігін тигізеді. Және де халықтың өзі осы көпфункционалдық календарға кешке жақын барсақ, мысалы көрсеңіздер, көбінде орын жетпей жатады ана көлік қойғанға. Сондықтан кісі қазір жаңағы осыған бару, осында спортпен айналысу, жалпы демалысқа деген жаңағы қаламыздың, халықтың қызығушылығы өте көп. Енді осы қарағайлы маңайында да біз енді басқа да спорт комплекстарды жасаймыз деп отырмыз. Это вот ледовой модуль на 500 мест и центр настольного тенниса. Это тоже мы будем планировать строить на микрорайоне Карагайлы. По регионам нашим у нас 12 сельских округов и 2 поселка. Вот в бывшем районе центре Кайнар строится ФОК. На 398 миллионов тенге работы начаты и по поселку Шубинск. В целом, по спортивным секциям и школам до 2025 года предполагается открыть 800 секций, в том числе силы на сегодняшний день работают порядка 204. По сфере образования. По сфере образования финансирование оно у нас не уменьшается. Как вы видите на слайдах, на 2020-2021 годы, если она составила 29,8 миллиардов тенге, на этот год у нас планируется 39 миллиардов, то есть динамика его увеличения есть. Но самая большая проблема на сегодняшний день существует, это ликвидация дефицита ученических мест. Бізде қазір қалада мына мектептерде балалардың орын жетіспеушілігі бар, 5 мыңнан астам балаға әлі біз орнын қамтамасыз етуіміз керек. Сондықтан қазір біздің жасап отырған есебімізге сәйкес әлі 4 қосымша мектеп құрылысы қажет. 4 школы мы должны построить дополнительно. На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация, она должна выйти с экспертизы по микрорайонам Карагайлы и вводная. По Карагайлы на 1200 мест и вводная на 600 мест. Также планируется строительство школы в Аксае и Восточной Правы. Также стоит вопрос охват детей дошкольного воспитания. У нас на сегодняшний день, как вы видите, слайда детей от 3 до 6 лет обеспечены на 100%, от 3 до 6. От 1 до 6, получается, контингент от 1 до 3 лет обеспечит 86,2. Енді бұл жерде 86-да екіде отырмыз, оның ішінде бір шама балалар бар, бұлар өздерінің үйлерінде тәрбие алып жатқандар бар. Бірақ дегеніменен біздің микрорайондарда негізгі балабақшаның жаңа тапшылығы көрініп отыр. Сондықтан қазіргі уақытта оған да жобалау жасалып отырмыз. Жалпы мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы ол іске асырылатын болады. Бұл жаңағы Бобровка кентінде 320 орындық балабақша, және де Восход кентінде 140 орынға тағы да бір балабақшаның жаңағы жобалық сметалық құжаты әзірленді. Енді екі балабақшаға тағы да қазір инвесторлар іздеп отырмыз. Жалпы енді инвесторлардың енді бар, қазір келісім сөздерін аяқтауымыз керек. Сонда тағы да екі балабақша құрылысы жоспарланатын болады. В целом тоже будет построено 4 детских сада. Планируемая работа запланирована до 2025 года, то есть с учетом 2025 года. Итого получается 4 школы, 4 детских сада. Мы к этому времени должны запроектировать и завершить. Из них по двум школам и по двум детским садам на сегодняшний день идет разработка проектно-сметной документации, соответственно, определены партнеры по государственно-частному партнерству, которые и делают разработки проекта по детскому саду. Разработка проекта по школам у нас проводится за счет государства.
По социальному обеспечению. Ну, все меры социальной поддержки у нас профинансированы. Барлык жағдайлар бүгінгі күнге тиісті жасалған есептерге сәйкес бізде төлемдері жүріп жатыр. Сонымен қатар, мына микрокредиттерді бөлу жөнінде былтырғы жылы 5 микрокредит 35,3 миллион теңгеге бөлінген. Және де 75 адамға мына тұрғын үй сатып алу жөнінде сертификаттар берілді. Эти 75 сертификатов мы на этот год тоже планируем столько же, не меньше, для того, чтобы обеспечить наших многодетных семей первоначальным капиталом для приобретения жилья. По үйге байланысты бізді бір қабатты шығысатты бағдарламаны іске асырғанын өздеріңіз білесіз. Бұл мына компоселкпенің ұшақтарда қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр, сондықтан қазіргі уақытта осы бағдарламамен жұмыс атқаруға толық мүмкіншілік бар. Отбасы банк қазір Отбасы банкпен біз енді келісімсөздер жүргізгенбіз. Мына халықты қабылдап, әрқашанда өздерінің клиенттеріне байланысты қазір тиісті біздегі қамтамасыз ете алатын пәтерлермен оларда жұмыстар жүргізілуде. Келесі мәселе бұл енді тұрғын үймен. Вы знаете, мы вот эту информацию, вот здесь все проактивные горожане вот этого поселка, который мы собрали, мы все следим за этими новостями. Ваши коллеги по Акимату, вот эти вот профильные тем более знают эту информацию. Честное слово, здесь собрались люди, оторвались от работы. Здесь у меня 30 человек нашей поддержки. Можно по нашему району? Очень вас просим. Очень хорошо, вас просим. Хорошо. Это будет эффективно. Почему? Потому что как только мы сейчас начнем говорить о своих наболевших темах, на нас не хватит времени. Поэтому я бы всех попросил без шумики по очереди обратиться и о вас ответить на наши наболевшие темы и какие планы по нашему району. Это Красный кордон, это вот кто, те жители, о которых вы озвучили. Можно таким образом? Большим уважением к вам, честное слово. Просто хотим в это время эффективно использовать. Возможно это сделать, перейти сразу к насущным проблемам нашего района. Конечно, я с вами полностью согласен. Енді сіздер осыған келсеңіздер, маған да жеңіл. Әйтпесе енді мына жаңағы баяндаманы сіздер бұқаралық ақпарат құралдарынан оқыдыңыздар. Енді бұл жаңағы жиынның тәртібіне сәйкес мен енді осыны оқып шығуым керек болатын. Егер де сіздер осы мен ойлаймын, бәрілеріңіз танысқан шығарсыздар деп. Егер де мен бәрімен таныссаңыздар, әрине маған ең жеңілі сіздердің жаңағы сұрақты жауаптарыңызға көшіп осы мәселені ары қарай істегеніңіз дұрыс болады ғой деп. Енді мен оны толық қолдаймын, сондықтан енді осы докладты сіздер енді жатқа білетін шығарсыздар. Мен енді қазір қысқаша айтып кетейін. Жалпы міне 2020-2021 жылға байланысты енді осы Красный кордон, Северный сырасы, энергетик, общество слепых, Березовский ақсы. Вот именно по этим участкам. Были, сейчас, кішкене, тыңдамаңыздаршы. Давайте немного дам краткую информацию прошлого и текущего года. Если в прошлом году за два года на эти участки были выделены. Тыңдаймыз ба? Міне осы бағытқа на эти участки были выделены за два года 1,34 миллиарда тенге. Это на 2020-2021 годы. Это ремонт дорог, улиц, теплоснабжение, капитальный текущий ремонт, освещение в рамках РБРР, ну, водоснабжение, электроснабжение, установка светофорных объектов и разработка проектно-сметной документации. На этот год мы выделяем порядка 700 миллионов тенге. Из них на водоснабжение поселка Березовский, у нас завершается конкурсная процедура по нему, мы на этот год эту работу начнем. Ремонт дорог по 7 улицам 217 миллионов, разработка проектных сметных документаций по 6 проектам 16,6 миллиардов, освещение в рамках РБРР по 8 улицам и благоустройство по 7 проектам на 146 миллионов.
Также текущий ремонт и приобретение оборудования для кабинетов трех средних школ. Это 56.1. По перспективе развития до 2025 года, на следующий год планируется выделение 1 000 000 000 000 тенге. То есть, если мы выделяли за 2 года по 500 миллионов тенге, с этого года динамика вложений у нас составляет уже на 200 миллионов больше. На следующий год ровно на 50% больше будем выделять. То есть, 2 раза. В перспективе на 2024 год планируется выделение 3,8 миллиардов тенге. Именно вот именно на ваши участки. Сондықтан динамика у нас по окраинам имеется, то есть проблемы тоже. Конечно, мы всегда рады будем выслушать вас по ситуации, которая вас сегодня беспокоит. Я думаю, вот эти вопросы, которые, то есть вот эти планы, что мы наметили по выделяемым средствам, они были собраны из тех материалов, из тех вопросов, которые вы задавали в прошлом году, позапрошлом году и по депутатскому корпусу, которые провели встречу с населением нашего города, также с нашими окраинами. Сондықтан осы сұрақтардан осы жаңағы бізде бағдарламалар құралған. Мына жерде міне красный кордон, жаңа айтқан барлық участке бойынша бізде көрсетілген. Қай жерде немене істейміз? Сондықтан бөлінген қаражат бойынша біз енді бағытымыз белгіленген. Енді құрметті тұрғындар, онда біз сіздердің сұрақтарыңызға көшейік бірден. Жалпы міне осы уақытта былтырдан бастап мен осы кездесулер халықпен жиі өткізіп жүрмін. Сонда 122 міне осы депутаттардың өздері алдында біз наурыз айында жібергенбіз. Сонан кейін біз бірге депутаттармен тағы да жаңа кездесу өткізіп, бүгінгі күнге дейін 122 сұрақ көтерілген болатын. Сол 122 сұрақтың біз әрқайсысын жік-жігіне бөлдік. Ол бүгін енді сіздер біздегі жоқ сұрақтарды көтеретін шығарсыздар, сондықтан да егер де бізде мысалы жаңа айтып отырмын, 122 сұрақ жаңағы жинақталған, оның ішінде қаншысы қаржыландыру керек, қаншысы қаржыландыру қажет жоқ, қаншысын біз басқа жылдарға қоямыз, биылғы жылдарға қоямыз, оның бәрін белгілейміз. Енді қазір бұдан тыс басқа сұрақтар болатын болса, біз онда жаңағы біздің депутаттармен, өздеріңіздің қоғамдық кеңеспен біз оны қайтадан қарайтын боламыз. Сондықтан сөз сіздерде. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Көп рахмет сізге за предоставленную возможность выразить проблемы. Кумикбаев Джамбилик, я являюсь представителем жителей поселка РСУ-1, Аксай, Аксарец. Наш поселок достаточно удален от города и различных городской инфраструктуры. Что нам важно? Для жителей поселка Аксарец очень важно продлить конечную маршрут номер 22 до поселка Аксарец. Это всего лишь от текущей конечной остановки около километра, 1000 метров. Это незначительно, а для жителей Аксаринска это существенное. Особенно в зимнее время. Там есть школьное население. Следующий вопрос. По Аксаю это снег и жители поселка Аксаринска. Это снегоуборка в зимнее время, автодороги. Когда зимой залетает снег, дорогу снегом, невозможно выехать оттуда, что школьникам, что взрослым родителям на работу. Следующий момент. Это энергообеспечение. До сих пор нормально не функционирует энергообеспечение поселка Аксай. Также вот какая улица? Переулок Азата. Нет электричества. Люди выживают. Автономными там устройствами, газогенераторов, бензогенераторов и так далее. Далее, по поселку РСУ-1. В течение постоянных прорывов водоканала у нас внутридомовая территория внутри поселка полностью повреждена. Грубо говоря, там весь асфальт изрыт,
Асфальтирования нет, просто у нас там земля, песочная земля. Это первое. Второе, внутридворовое освещение также отсутствует. В феврале 2021 года была встреча с Акимом Сартагановым. Нами был поднят вопрос о наличии, вернее, о строительстве спортивной и детской площадки. Хочу отметить, в этом поселке проживает порядка 2000 жителей. Из них 30% это дети школьного, дошкольного возраста. Я не считаю подростковых. Отсутствует для них детская площадка. Место есть. Мы это обсуждали с Акимом Сартагановым. Нам было обещано. Более того, мы сами инициировали свое участие в бюджете народного участия. Подали заявку, исполнили ее, проголосовали. Там какими-то хитроумными. Короче, эта тема забылась. Просим вот этот вопрос решить со спортивными площадками. Далее, у нас проблема с тем, с внутридомовым, что я хотел. Здесь нужно, конечно, отдать должное. С улицы Мичурина до нашего поселка провели освещение, уличное освещение вдоль дороги. Кумрахмет. Однако здесь не доделали. Эту улицу по проекту обещали сделать до улицы Березовая. Грубо говоря, это 8 столбов. Не доделали, 8 столбов не хватает. При этом, а какой улице? До улицы Березова. То есть по туристической там довели чуть дальше конечной остановки. На этом все. Хотя до уличной Березовой. До улицы Березовой. 8 столбов. Хотя мы отслеживали на официальном инстаграме, на официальном отчитались, что эта работа исполнена в полной мере. Теперь просим вас рассмотреть возможность в случае строительства каких-то там по генеральному плану социальных объектов в виде больницы, школ, наверняка эти объекты будут обеспечиваться центральным отоплением, либо каким-то, подразумевается какое-то отопление. А значит, рассмотреть возможность центрального отопления к этим многоквартирным домам, их 18 там домов. Насколько это возможно и реалистично, я не знаю, но по проекту по газообеспечения Восточно-Казахстанской области планируется сюда завести газ в город Семей. Рассмотреть сразу же, запроектировать, прошу, профильное отдело, взять это на заметку градостроителям, кто в этом участвует, при проектировании включить наш поселок по газификации. В этом случае мы могли бы поставить газовое отопление. Все, на этом спасибо. Хорошо, вот смотрите. Меня поддерживают жители, я все сказал. Здравствуйте, меня зовут Людмила Блан. Я живу на Картуне. Мы находимся в 15-й школе. Дети наши ходят сюда на школу учиться. Так вот, проблема эта не решается уже десятилетиями. Проблема безопасности следования детей к школе. Я имею в виду всего участок от юбилейной до 15-й школы. Здесь по одну сторону две-три заправки, бани, кафе, и здесь, естественно, снует движение, автобусы, автомобили. Дети идут, отсутствуют тротуары. Дети идут в школе по проезжей части, особенно зимой, когда они очищаются. На противоположной стороне остановка, то есть плита есть, а отсутствует сама остановка. То есть дети продуным зимой особенно, это имеет значение для здоровья. Кроме того, вопрос второй. Я, в общем-то, об этом говорю почему, потому что этот вопрос когда-то пришлось поднять, но он остался так и нерешенным. Это нелегкий вопрос, я скажу, для решения, потому что
не уберешь заправки, не уберешь. Но каким-то образом этот вопрос решать нужно. Не нужно ждать, когда какой-то ребенок попадет под машину, вопрос, когда будет этот решен. Это проблема. Что вы предлагаете? Вот, я что-то... Я предлагаю, чтобы вы все-таки, вот, имея время какое-то, проехали этот участок. Так, какой от участок? 15-й школы до юбилейной остановки. Вот 15-я школа? Да, вот 15-я до школы. По обе стороны посмотрите, каким образом наши дети ходят. Нет, еще вопрос. И еще, ну, очень не важно, не малый вопрос. Это вопрос очистки наших дворовых, содержания наших частных домов. Мораторий сейчас в санитарной службе на контроль за санитарным состоянием домовых строений. Есть отдельные граждане, которые содержатся. А есть те, которые абсолютно не убирают. Траву не убирают, и они остаются запущенным, да, частным сектором. Это частный сектор. Поэтому хотелось бы, чтобы возродился четверг чистый, и санитарная служба могла бы проконтролировать состояние дворовых установок. Спасибо. Можно вот этой женщине дополнить насчет дорог для детей? Можно дополнить, чтобы не с концами выходили? Здравствуйте. Поселок Кызылалин, Аксай. Можно? Меня зовут Асет Маратбекович. Я вхожу в член инициативной группы поселка Аксай, Рызуалин. В общем, предисловие. Район Аксай с 16 года планируется продались земли на постройку частных жилищных домов. С 16 года планируется проведение электроснабжения, водоснабжения, дороги в этот район с 2016 года. Вот так, 20-й год, сентябрь. В Акимате встречались создание рабочей группы по изучению решения социальных проблем, назревших в поселке Аксай-Рызуалин. В соответствии с пунктом 3 статьи 37 Закона Республики Казахстан 23 января 2001 года о местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан в целях изучения решения социальных проблем поселка Аксай и Рызуалин, создание рабочей группы по изучению решения социальных проблем, назревших в поселке Аксай и Рызуалин, утвердить план мероприятий по решению проблем вопросов поселка Аксай, контроль за исполнением распоряжения оставляют за собой А. Садырбаев. Это 9 сентября 2020 года. Так, состав рабочей группы по изучению решения социальных проблем, назревших в поселке Аксай, сентябрь 2020 года. Замы: Ушаков Николай, Адыльбаев Канат, Садырбаев Айдар. Скорее всего, помните, да, что было собрание. Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства жилищного инспекции города Семей-Восточной Казахстанской области Удельбаев Амантай, да, все отделы, секретарь городского маслихата Абжалов Бисимбек. В общем, утвердили план мероприятия по решению проблем вопросов в поселке Аксай-Рызуалин. То есть было выделено поселок Аксай 900 чем-то миллионов тенге на электроснабжение. Раз. 900 чем-то миллионов было выделено на электроснабжение поселка Аксай. По ПСД, как всегда, были ошибки, и в это ПСД не вошли три улицы. Переулок Азата, заезд Азата, улица Азата. Мы не вошли в ПСД, в схему электроснабжения этого района. Вот. Было создано новое ПСД.
Так, создана ПСД для обеспечения электроснабжения переулка Азата. Рабочая общая стоимость ПСД 45 миллионов 200. Количество подключаемых домов 34 дома. Дата объявления конкурса 28 июня. Дата окончания планируемого проведения итогов 20 октября. Срок строительства 1 месяц. 2020 года. То есть ничего не было. Так, по поводу плана мероприятий по решению проблем вопросов поселка Аксай. Первое, вот сколько заместителей вот, было собрание, мы решили завершить конкурс государственных закупок по строительству и снабжению переулка Аксай 10 октября 2020 года. Ушаков, Жакаев, ответственные за это проведение. Этого не произошло. Сейчас, можно я немного прерву вас? По той комиссии, которую вы сейчас прочитали, вот, представители комиссии, возможно, те заместители, которые работали в то время, сейчас они не работают. Это уже другие заместители, которые не были в этой группе. Сейчас что нужно? Давайте я вам сейчас коротко, чтобы по предисловию не говорить дальше. Теперь смотрите, какая ситуация у нас по Аксаю. Переулок Азата у нас. Она же в том микрорайоне находится. Вы не вошли туда. Нет, выслушайте. Вы не вошли. Ту проектно-сметную документацию, которая разрабатывалась тогда, вы не вошли. Теперь сейчас разрабатывается другая проектно-сметная документация. Мы изучили этот район, да, были проблемы с тем, что туда не вошли некоторые улицы, в том числе те, которые вы перечислили. Теперь второе. Вообще по электроснабжению. По электроснабжению, по реализации данного проекта было уголовное дело, которое до сих пор, на сегодняшний день, она в работе. Теперь, третье. Там я сам видел, что вся проделанная работа там, получается, разграблена. То есть протянуты СИП-провода, в том числе опоры и так далее, вон бәрін олап кеткен. Енді қазір не істеу керек? Енді қазір соған байланысты дефектовка жасап, құқық органдарымен енді осы жұмыс атқарды. Енді қайтадан жоба жасап отырмыз. Жалпынан бәрін бітіру үшін, соның ішінде переулок Азата, заезд Азата, улица Азата, және де басқа көшелер, кірмей қалған көшелерді Дмитрий Александрович, мы же включаем же этот проект. Включаем этот проект. У нас экспертиза когда была? Зашла, да? Енді жаңадан жобалық сметалық құжат осы алдыңғы айда сараптамадан шыққаның кейін бұл жағдаймен біз жұмыс істейтін боламыз. Жалпы оны бітіру керек. Ол Ақсай кенті деп айтайын енді. Ақсай кентінде 1700 участок бар. Халық үй салуға дайын. Бірақ өкінішке орай бүгінгі күнге бұғаны сумен қамтамасыз ету мәселесі сол жерде жүрген, бірақ жолдың бір жағында қазір қауіп көзі салып жатыр, оң жағында бар дүниені ұрлаттық, жырлаттық, сонымен қазір оның құқық қорғау органдары айналысып жатыр, сол кезде бітіп кеткенде ол тамаша болатын еді. Және де қазір сол Ақсайдың ішінде де біраз адамдарды біз мына толық электр қуатымен қамтамасыз етуге мүмкіншілік болмай отыр. Былтырмен барған кезде сол жерде бір трансформаторды жаңағы іске қосып ВКРЕКпен осы жаңа тұрғындар қазіргі алып отырғанның өзі мына ВКРЕКпен шығыс энергетрекпен келісім шартқа отыра алмағаннан кейін біз Тихосовен солармен келісіп оның жұмысын бастатқанбыз. Енді қалған құжаттармен Амат Тахайрович бар ма? Қазір мен сондықтан по этому проекту сейчас что нам вспоминать то, что было? То, что было уже на сегодняшний день, мы это ничего не вернем. Теперь нам надо в перспективе рассматривать вопрос по полному электроснабжению данного поселка с учетом невключенных улиц. Это те улицы, которые вы перечислили. Я уже сказал, в марте она зашла на экспертизу, и я думаю, вообще срок прохождения экспертизы 45 дней. И она где-то на следующий месяц у нас в середине выйдет с экспертизы. И тогда мы уже будем прорабатывать вопрос о его финансировании. Теперь финансирование предварительно расчеты показывают, что необходимо еще порядка до миллиарда тенге для того, чтобы восстановить это все.
Ну, то, что правоохранительные органы занимаются, но в свое время эти средства были выделены из республиканского бюджета, сейчас нам ее никто выделять не будет, то есть она будет выделяться только с областного бюджета. Мы данную проблему уже сказали, аким области по этой ситуации знает. Это одна из зон застройки нашего города, где мы должны выделять готовые участки именно для наших жителей, чтобы они строили дома. Вы сейчас правильно заметили, сатылған жерлерді, сатылған деп, үкіметтің берген жерлерді бар, олар дәлі өздерін құрылысын бастай алмай отырғанда. Енді әлі де бізде жалпы 1700 жаңағы жер телімінен бізде босы бар әлі, сол босыларды біз осы мәселелер аяқталғаннан кейін тағы да халыққа тарататын боламыз. Уран Бидахметович, можно, да? Не, не Бидахметович, как не кажется. Бидахметович, Ермак Бидахметович, он мой коллега был, до меня работал. Вас вы, может, недоинформированы. Здесь по поселку Аксай и по Безлуку Азата совсем два разных проезда. У нас в конце 2020 года было выделено 45 223 000. На подключение всего 34 дома. Всего лишь должно было подключиться 34 дома. Откуда они будут подключаться? Общая стоимость ПСД 45 230 000. Количество подключаемых домов 34 дома. Это мы переулок Азата не входим, не вошли в проектную смету переулка Аксай. Вот поэтому я специально акцентирую на ваше внимание в том, что данный проект, который, о котором вы говорите, что эти улицы не включены, сейчас она дорабатывается, понимаете? Дорабатывается. И туда... А? Сколько нам ждать, когда эта доработка, когда следует? Вот смотрите, я вам скажу процедурно. Она уже вошло на экспертизу. В мае мы должны получить данный проект. Потом будем рассматривать вопрос о его финансировании. Нужно порядка 1 000 000 000 тенге. Маким области, Данил Кириллович, мы данную проблему озвучили, потому что она является одним из зон застройки города Семей наравне с поселком Шахтар и Комсомольском. Поэтому мы знаем эту проблему. И те участки, что не были включены, они, Дмитрий Александрович, включены в данный проект. Правильно? Ждать? Ну, смотрите, мы... Поселок Аксайда біз жатпаймыз. Менің құқытымсыз, сіз айтып тұрсана, конечкадағы стоптарына тұрған нелерде. Оған 901 бәлемай миллион бөлінген, мен білем ол, біліп тұрым. Біз переулы Казатамыз. Жарайды, ол переулы Казатан на другим проектам, да? Да, другим проектам. Там у нас стоит стол, столбы, фонари. Или она вместе с этим проектом? Проект был коллективно добавлен в настоящий момент. То, что вы говорите про тот проект, он же не актуален. В этот проект мы включили все эти вопросы. 34 миллиона отдельно же этот проект сделал у нас. Этот проект уже не реализовывался, он уже не актуален. И тот проект, который уже не устал, неоднократно. Ранее сделали проект по посещению по Кирюку Алсайнице, который был, вот, да, работали. Объединили. Да, на сегодняшний день стоимость проекта 1 200 000, он находится в республике. У нас столбы стоят, прожектора стоят, провода протянуты, трансформатор есть на нашей улице. От нашего трансформатора протянутый провод до птицефабрики. Почему не подключается она? Давайте сделаем. У нас все есть уже там, все подключено. Нет просто электричества. Давайте сделаем так. Завтра я приеду к вам туда. И мы там на месте работаем. Вы каждый год, третий год я завтра приеду в первой половине дня, и мы там на месте с вами пройдем. С вытарайком, со всеми исправим. Хорошо? На месте. Во сколько вы придете? В 11 часов. В 11 часов завтра, в 11 часов. Хорошо. Мы разве против этого? Потому что в году вот сосед там новый дом сожгли. Потому что нету света, просто залезли и сожгли новый дом. Вот соседка, мы заново... 4 дома, 45 миллионов. Где они? Как другой проект это? Совсем не другой проект. Хорошо, завтра давайте, Бластик. Вот документы все в руках. Хорошо, вот эти документы, сейчас вы слышали, они уже актуализированы, то есть два проекта объединены в один. А в 11 часов приедет на участок, будем по нему детально заниматься. Хорошо? Хотя бы жилой комплекс. Я все прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю. Давайте выслушаем других. Ваш вопрос завтра в 11 часов приедут, посмотрят. От того, что мы сейчас будем одно и то же говорить, ничего не изменится. Я вам сказал, в мае... Я все прекрасно понимаю. Я не хочу кого-то обвинять и говорить, что кто-то плохо работал.
Все работали хорошо по мере своей возможности, по мере своей финансирования. Ну, кто виноват о том, что мы, если мы не смогли удержать то, что уже было построено? Все же видели, даже жильцы, которые рядом находились, кто его воровал, кто его ломал, кто его куда сдавал. Все прекрасно понимают и знают. Но почему-то мы сегодняшний день молчим и говорим, давайте еще. То, что сломали одно, давайте дополнительно решайте наш вопрос. Если бы мы тогда по-хозяйски отнеслись, если бы мы действительно хотели бы в то время получить эту электроэнергию, она бы была реализована бы в 2015-2016 году. И вы сегодня вопрос не поднимать. Они все работали хорошо, но мы, тем не менее, сидим без света. Вот, вот, вот. О чем я и говорю. Поэтому давайте еще раз. Подождите, проявим сознательность на месте, давайте разберемся. Я работаю, мне еще года нет. Я в этом Аксае был, на этих микрорайонах, и на РСУ был. Первое, что мы сделали в прошлом году, я пока доехал до Аксаринска, приехал до города, это было ужасно. Действительно, Казан, она адамдарна, те люди, которые ездят по этим дорогам, после того, как приезжаешь в город, это депрессия появляется. И в первую очередь, для того, чтобы общественный транспорт хотя бы нормально ходил, мы сделали там дорогу. Провели немного освещений. Ну, конечно, в процессе работы бывают и просчеты. То, что до Березовского мы не довели 8 столбов, но это по сравнению с тем, что было сделано. Конечно, это ненормально. Это ненормально. Я с этим согласен. Поэтому я и говорю, что мы должны сообща этот вопрос смотреть и решать. Я только за. Я сам 5 лет, я не хочу говорить о том, что уже прошло. Родители у вас сидят, они присутствовали в этом. Вы, Асикин, тут же, Бергеш, вот смотрите, тут дальше, Бергеш, Дмитрий Александрович. Маслихат сидит. Вот Маслихат сидит, да. Вот этот Дмитрий Александрович Гариков, он работает тоже. Ушакова. Вот этот Дархан Жургихпаев, познакомьтесь, пожалуйста. Вот тоже мой заместитель по экономике. Айдар, он вообще заместитель мой по социальным вопросам. Он по электричеству и так далее, инженерным системам он не занимается. Ты не разбираешься. Сразу скажу. Вот ты. У нас отдельно поезда разработка. Не надо Айдару говорить. Что ж, Айдар, каждый занимается своим делом. Вот заместитель, который завтра поедет к вам, будет работать с вами. Тем более данный участок. Халана, вы же Мурмасар. Подождите. Халана, город распределен по зоне ответственности на моих заместителей. Вот заместитель, который отвечает за эти участки. Он отвечает за Восток возле Восток. Он тоже по другим участкам. Поэтому будут заниматься. Вы говорите, что мы если каждый день, каждый раз при встрече будем только записывать и отписываться, ничего у нас не стоит. Поэтому идем на встречу, завтра приедет в 11:00. По ситуации уже будем заниматься. Вот, пожалуйста. Да, Сара. У нас падает дом. Вот 10-этажка, 259А. Дом падает? Да. Потому что вот эта речка бесконечная, она идет под наш дом. У нас уже здесь тротуар упал, вот рядом со школой. Адрес какой? Кожаубайлы, 259А. Вот. Сколько мы в Акимат звонили, сколько мы просили, нам отказывали. Даже один раз позвонили, женщина сказала, мы сейчас на вас в милицию вызовем. Так кто же решать должен быть? Еще раз скажите номер дома. 259А, Кожаубайлы. Это многоквартирный, да? Да, вот она, А и Б рядом. Два дома, они падают. У нас уже на балконе, подождите, балконы не закрываются. У меня дома уже стекло лопнуло. Какую еще вам трещину надо? Вы о чем говорите? У нас уже тротуар провалился. И эту речку закрывает вот этот магазин и вокзал. Кучу навалили, и вся вода стоит все лето под наш дом. Когда эта проблема решится? Если это не решится, мы напишем коллективное письмо президенту. Сейчас.
Солнце, вот если человек не пилот, нам. Гай надо. Палец здесь, палец здесь ордаться. Балалар пеша қоқтан өткіргенде өте қауіпті. Қоқсан, жүзден келеткен машине қоқтан өткірмейді. Қысқы болсын, жазы болсын. Ертең бала шығып отырса, мектептен бастап, бәріміз жауап береміз. Дұрыс. Ең бірінші істелетін шаруа. Одан кейін халықтың жағдайы үшін орнатты социальный обеспечение магазин. Энергетиктің жағдайы, стоянның жағдайы. 12-ші автобустар. Үлкен автобустар айланып өтелмейді. Ал жағында сыратыр. Күйесіпен жабыстыр. Әнерде бір күні автобусқа мінетін құландарды жаптырып алып кетсе, ең қиын нәрсе. Соның айтайда, үшін іштеге шыққан. Ол сонда жаңағы автобустардың тоқтайтын мына аялдамасын қасында тұр ма? Ол қасында тұр. Ол социальный магазин дейсіз бе? Социальный орнатқан магазин. Вагончик қой. Осында шынын айтамын. Вагончик қой болған. Ерінбей бар, кісі басып берсең, барып көрсетуге жағдайымыз деді. Үшінші сұрақ. Әлдерді зейнеткерлер тұрады, қаншама үйі бар, енеге дейді. Алаңмас, көп көрім. Соған бір демалатын орын, балалар үшін де, үлкендер үшін де, жасаса, жағдай кесе, қаражат бөлсе, оған көп шығын ақша кетпейді. Бұрын болған, бұл жерде демалатын орында. Бұрынғы әкіметтен азаматтар отырмай сізден бұрын істегенде. Әлі енді сол үй саламыз деп, бар үйін өнді көп бірішіп, Осыған жауап беріңіздер. Ақша қайда мына? Светтің қосатын, мүкәрекке береді.
Доллары қайда? Ол кімде болды? Ақшайды, кімде болды? Бесіз білесіз, кейін білейін ба. Сондықтан, деген сұрсын, бүгін де, сүйбет қоспасыңыз, енді, қалтия деген де, елі прокурор деген басқа қойдың жоқ. Оғасына кеме бітеттің, кеметен индустрия, оған айтының толып жоқ. Бұл әмір, семей болады, елі Нені қоспақшы, қайда өз? Нені қоспақшы? Сүйетті дейді. Қай көшенікі, қай үйдікін қоспақшы? Сондықтан бұл осы ертең қоспақшы, ама жүрі бүгін өшіреді. Өшіреді? Иә, бүгін өшіреді ана жасы. Жоқ, ол қазір қосылып тұрмасын? Қолдан осы мәселені кешірім, бүгін шешірім. Аға, былай істейікші? Ақсақал, ақсақал, былай істейікші? Сенде ешкім өтірік айтайын деп келген жоқ бұл жерде. Сіз нақтылап қазір жаздырыңызшы, қай үй, қай жаңағы үйде қай көше екен. Қайдан алып? Ана, өтірік айтып бар. Так, қайда өтірік айтып? Что это? Что за улица? Қайда өтірік бар? Что, человек хочет сказать? Человек хочет сказать? Можно послушать. Сейчас давайте послушаем. Сіздер бұрын түсінбесіздер. Ақтай бойынша мәңгетті жүйгенде тұрған. Иә, иә. Сізге 65 үйді КПП бақтан арғыр ойды. КПП. Менің жағында өлдеп тұрған. Бұл не жүйемен де біз 65 үйді қолыпқа. Шамалар кемен тұрған қалай кәрі. Мені мені жүйімді кәрі. Километрге тұрған. Трансформатор, который мы включали там вместе с ВКР. Вот об этом же идет речь, да? Нет, подождите, сейчас он пусть скажет, потому что там несколько трансформаторов. О чем идет речь, давайте узнаем. Вопрос стоит, он закрыт. Тут вопрос стоит в первую очередь по отключению. Короче, вы старгатурейт на сегодняшний день не дает подключения, пока нет праздных документов. Процедура занимает 3 месяца. Сейчас на стадии уже завершения. Отдел ЖКХ занимается, деньги видели. Там техпаспорт надо оформить, землю и так далее и тому подобное. Буквально вот на прошлой неделе люди тоже в ИГР еще не старгатурейт приходили, да? Марс, правильно же? Извини, вас переведу, извините, переведу. Позавчера товарищ Дубаев, мы ему звонили, он говорил, все передал в ИКР. То есть я вчера еду в ИКР, они говорят, они на просто запрос отправили. Запрос отправили на расчет. То есть после расчета сегодня он отправит сумму какую в ЖКХ, и если он согласится с этой суммой, мы будем подключать. Если нет, то не будем. Это как? Если то есть ЖКХ не согласится с этой суммой, с какой то суммой? А что ты Максы кеше келген, Ақсай бойынша, оның алдында бүгін бұрын ЖКХ-дан письмо келген, былтырғы қостан ТП-на тек обслуживание. Соған жол үстер калькуляциясын бүгін жібердік. Амантай Тегіншпен сөйлесіп, енді ол кісілер порталға шығып, доп соглашение жасайды. Доп соглашение Қарағаевтан. Үлкен письмо бізде емес қарағаев. Қарағаевтың договор бізде бұл. Сол договорында ақсайды кіргізесіңдер. Сонда қазіргі істеп тұрған трансформатор өшпейді ғой? Жоқ, ол өшпейді. Енді біз СИП-ті қосуымыз керек. СИП? СИП-ті, 04. Так. Линияны 04-ті қосуымыз керек. Оны не бар, ұжы тип условия бұқсыларға берілген полностью. Бұл тип условия... Расында неше үйге болады сен СИП тартатында? Қазіргі общий 65 үйге андамыз. Да, жаңа қырды қайты отырады. Так, қашан қосамыз? 43 үйге тип условия берілген. 43 үй, қазір үшіктерін орнатып, кейін шығыста лицевой астырап, біз сонғы линияны қосамыз. Сіздер үшіктеріңіз дайын ба? Құрылтыма бәрі? Сегодня мы выразили, боим мне договор заключать. Мастер ворота тексерит, и говорят, что условия уже бывают соединительские писы, а когда уже договор на полную космос. Он да, Марс, классик дальше, и ты живешь, мне да, алпс песен, как песен. Подождите, дайте, я расскажу. Пока мы еще. Хорошо, хосу трогал список. Хосу трогал список. Бар, на ксерайте вот еще 4 бар. Слышал? Енді с бұны жаңа алысқа жырыспай, ертең мастерлерін жүрш, хотя бы 43 тексеріп жүрсін.
Сонеген бірінші кезеңді, егерде ертең жұма тексеріп шықсаңдар, онда дүйсенбіде қосуға мүмкіншілік болады. Солай ма? Кездік пе? А если спаса, потому что каждый раз приезжают, смотрят, говорят, работы много и уезжают. Каждый раз разные. Нет, такого не было. Вот он, руководитель структурного подразделения. Вот по 65 домам, 43, вы сами утверждаете, что они готовы. Завтра придут проверить его готовность. Он готов. Если... Сейчас, подождите, это они должны убедиться. Они слов записать. Вот они завтра убедятся, что ваши счетчики есть, они сделают аттестацию этих приборов учета, то есть опломбируют и так далее. Потом уже в понедельник эти дома 43-65 они могут подключить. А если остальные дорабатывают. Нет в порядке, и нас вот участники... Если не в порядке, замечание письменно да. Сделают, что вам надо устранить. Вы устраните заново, заявку подойдите, приедут, проверят, если все соответствует, уже все будет закончено. Участники каждый день собираются подключать и хотят ждать. Со скидкой, нет, будем ведут, договоренность такая. Олана, Одербаев, бірінде болсаң деген осы шығар сонда. Онда түсінік ұзар ғой, онда сөйтіп келсек, 65 үй бойынша түсінік бар онда. Ең бастысы жағы сіздердің жағдайларыңыз дұрыс болсын анам. Келесі. Айта беріңіз. Ешімова Райхан, Әзірмендегі тұрғынымын. Менің сізге сұрағым. Құрметті тұрғындар, бір ауыз тыңдайықшы. Мен сізге бір өтінішім, мен 3 жыл бойы бақыт отбасы заявка беріп келе жатырмын. Осы міне 3 жыл заявкаға іліндім. Содан резерв списокқа түскеннен кейін, биыл міне көтерді мені резервтің списоктан. 7 айлық баламды, 7-ші балам, 7 айлық баламды үйге тастап, жұмысқа шықтым. Соның платежеспособности дейді ғой, соны растау үшін. Осы жолы мен міне қолыма алдым одобрением. Сосын ЖКХ-ға барам, бірақ олар айтады, үй жоқ дейді. Май айында беріледі, бірақ оған мен кірмеймін. Өйткені резерв списоктан көтерген, былтырғы списоктан көтергенде маған үй берілмейді деп. Сондықтан да міне осы майда жаңа бағдарлама басталады, бірақ оған сіз ілінбейсіз деді. Вторичный рыноктан 10 миллионға дейін қандай үй аламын 7 балама. Өзіңіз ойлаңызшы, первичный рыноктан. А былтырғы үйлер қайда дейін, 5-6 игерілмей қалған ақшаның үйлері қайда десем, оны басқа бағдарламамен беріп тастағанбыз дейді. Қазір, аты жөніңізді айтыңызшы. Ешімова Райхан Абруғалина. Диана бар ма бізде? Сәлеметсіз бе? Бақытты отбасы бізде келесі айда басталады. Тек қана біз арқылы емес, отбасы банкпен бірге. Сіз кезекте тұрсаңыз, отбасы банкпен жоқ, одобрение сіз қашан алдыңыз? Онда Диана Талғатовна, қазір жеке мына кісіні қабылдап, жағдайын біліп, соң кейін маған айтасыз. Жақсы ма? Кешіріңіз, Байбек мырза. Бұл жерде мәселе Ешімов Айдын Мамедұлы болады. Бұл жерде біздің әкесі болды, жаңа кеті болған. Мына сізге көрсеткен рахмет, қалада осындай жұмыс жасаватқаныңызға, жаңадан келіп өзіңіз осыдан бастан бастап жұмыс жасаватқаныңызға рахмет. Біріншіден абыройыңызды болғаныңызға құдайға шүкір. Екіншіден мына есімің осы керемет жасап қойдыңыз, оған да рахмет. Өте үлкен рахмет сізге. Оны әкімшілік деп айта беруге болмайды. Барлық жұмыс істеп жатқан жаңа мәселемен қарап отырсам, көп халықтың мәселесі жол, свет, тротуар, мусор, шлак. Оларды енді бұл кісілерді мен түсінігім бойынша көше сұрар едім. Көше сұрағанның заңсыз көшеде үйі бар. А бүгінгі таңда мен жеті баламмен неге көше жоқ, мен сол көшеде үйім жоқ болды. Осы бағдарламамен бізде әйел мен мысалы жеті баламен осы 5-6 жылда 29-30 пайыз ауысты. Жеті баламен көп пәтерлі үйге 3 пайыз алғысы келмейді. Астында шумайды, сөзде шумайды, бағалары шумайды. Сондықтан да мен бағдарлама бар, мен әйел мен айтамын, үкіметтен ала алмайсың бағдарламаның бәрін. Алайда мен бүгін биыл міне 10 миллионға адам беріп бердік. Енді үкімет ақы емес, былтыр 100 пәтерге адам беретін болса, мысалы айтамын.
жеті балаларыңыз болса, осы балалар өссін, міне қазір Диана Талғатына қарап шығады жалпы, өзінде осындай көп балалы бар, баласы бар осы азаматтардың өздеріңіз сіздерге де осы қол жетімді болу керек қой. Мен енді жеке сіздерді қазір жағдайын біліп алайын, қабылдаймыз оны. Рахмет. Я обращаюсь к вам от имени пенсионеров, живущих в обществе судьбы. Мы посещаем Центр активного долголетия, кстати, который был создан по вашей инициативе, за что пенсионеры очень благодарны вам. И я бы хотела сказать о том, что всегда присутствуют, конечно, проблемы финансирования. И эта проблема финансирования сейчас коснулась, конечно, центра. Вот в этом центре пенсионеры разных возрастов себя чувствуют прекрасно, потому что здесь работают социальные работники, которые все делают, культурный доступ, спортивный. Но получается так, что мы оказались в небольшой проблеме. Это фитнес-центр, который был в Голден Кинге, он отказал нам, потому что с 1 мая по 1 сентября закрывается. Кстати, этот центр очень был помог нам, потому что он оказывает бесплатные услуги в течение недели три раза. Ну и еще одна проблема, которая касается этого центра, это мы еще обращались к вам еще раньше, это проблема бассейна. И, пользуясь вашим авторитетом, я хотела попросить от имени всех пенсионеров, чтобы вы помогли в этом вопросе. Это сколько человек? Ой, много. Там уже больше 120, больше. Так что мы очень рады. Спасибо вам большое за такой центр. Мне кажется, больше нигде такого нет. Спасибо. А теперь насчет проблем финансирования. То, что проблема это то, что нет тренажерного зала. Вот. И, наконец, с 1 мая закрывается, и до сентября лицо, да, будет в расплохе. Мы не закроем лицо. С 1 мая, до сентября он закрыт. До сентября мы едем в Латвию. Айдар Серказович, отработайте отдельный вопрос, скажите потом. Да? Да. Здравствуйте. Меня зовут Хасан Старик. Я проживаю в пригородном лесничестве района Аксая. Вообще это получается, у нас проблема с дорогой, которая до Тверского идет и проходит мимо нашего пригородного лесничества Аксарец. Район Аксая. Вообще бы мы хотели, чтобы дорогу закольцевали полностью, вот, шла мимо Аксаринска и шла на Птицефабрик туда. Потому что это раньше при Советском Союзе, конечно, был такой проект, «Спрут» назывался, обходная дорога шла. Ну, в то время начался этот, дорога, отсыпку сделали, все сделали, потом развалился Союз, и все у нас заглохло. И вторая у нас проблема по электричеству. Получается, вот сейчас многие говорят про электричество, что там нету, короче, все подсоединяются от нашего, у нас сейчас поселок, свет электричества, трансформатор. И когда начался масштабный тут проект,
Электричество наглое, и все подсоединяются, подсоединяются вот эти частные дома к нам. Нагрузка идет большая, и в данное время у нас тоже получается утечка электричества. И еще у нас проблема в том, что половина поселка мы относимся к семье Арманы, а половина к городу почему-то. Когда мы вызываем электриков, они говорят, это не наше, это не наше. Кое-как мы отбили вот трансформатор, вроде город взял на баланс. Вот это проблема у нас. Хорошо, хорошо. Рассмотрим тогда. Құрметті әкім мырза, менің аты жөнім Қайып Айтағайдың Қанұлы. Біздер мына сіздің осы шағын уақытта осы аудан облысымызға әкім болып келгеніңізге облысқа әкім болғым жоқ. Жоқ, облыс болғанға шейін жақсы жұмыстарыңызды ақпарат арқылы и мына телевидение арқылы көріп риза болып жатамыз. Енді біздің мынау жолдасымыз екеуміз шағымызды, біздің ұсынысымызды, немізді есіңізге алыңыз. Біз мына энергетика ауданының ар жағында пятиэтажка Сечнева 9Б, Сечнева 9-7, 9-8, Орман деген пятиэтажка 12 үй салып жатыр. Соның тұрғындарымыз. Сол жерде біздер міне осы 2 жыл болып тұрып жатқанымызға қазір біздің жан айқайымыз былай. Қыс болса бізде ана жерде остановка жоқ. Жол әлі тартылған жоқ. Балаларымыз қыстың күні қараңғы. Ана неге ана остановкаға бару үшін ми балта қыстың күні әлең барады. Жаздың күні өзіңіз көрсеңіз көгала шаң әлде. Соны бізге жол туралы болды. Сосын мына освещение, сосын мына балалардың мектебі қалай болады? Сол ауданға мектеп салуға бола ма бізге? Сондай ұсыныстарды қарастырсаңыз. Сосын екінші бір сұрағымыз бізде осы аудан осы районға көшіп келген себебіміз біздің сол 12 үйдің салып жатқан сол жерде шағын бір орманымыз бар. Кәдімгі жақсы орман, сол жерде мына үлкендеріміз, жастарымыз, балаларымыз қыстың күні горки теуіп сол кішкене соны өзіміз реттейміз. Соны біз естіп жатамыз, сол орманды кезіп скоро сол жерден ары қарай қарағайға шейін үй салынады деген сондай сыбысты естіп жатырмыз. Ал енді сол орманды өте жақсы орман өсіп келе жатырған оның ішінде мысалы парк жасауға болады. Өзімізше бізде кішкене бірдемемізді реттеп жасаймыз, соған сіздер көмектесіп сол орманды қалдырып бізге сондай бір көмектеріңізді тигізсеңіздер. Біздің осы жан айқайымыз сол осы ауданнан келіп отырған тұрғындарымызды біз осы домның старшылары болып келеміз, осыны сізге ескердіңіз деген. Қалғанымен қосшы менің жолдасымды тағы да айтып рахмет сізге көп көп. Көп алмаймын, азынаулар айта салайын. Біз міне жалпы жазылып тұр ғой, мына район, бірақ біздің атымыз жоқ әлеуші, біздің микрорайонымыз. Әлгі не дерсе, Яндекс шақырасың ғой, сол кезде Асыл болып шығады. Сол Асыл ма район біздің? Не қарағайлы емеспіз, не энергетигіміз. Такси шақырса, Сечинова 9-8 дейміз, олар аңтамыз деп жүріп біз қай екеніміз. Білмейді, жетім біз. Жетім бағылау қатымыз. Айтып келіңіз, үйтіп айтқаны ма? Бақша кетіңіз. Үмінден жалып бар ғой, жаңағы орманы кішкенде азналық айтып кетті ғой. Соған жаңағы бір құзырлы органдар дейміз ғой, участковыйымыз келіп, бір уақыт бір қарап, мына 25-11 әскери бөліміз жанымызда, бір кешке жақын бір наряды патрульін жіберсе бізге. Әйтпесе бізге ана тоғайдың шеті ғой. Бүкіл мына семейдегі өзіміздің халқымыз ғой, өзіміздің туған туысқан мында. Келеді соның ішіне барады, ластайды. Біз әне күні бәріміз жалпы халық сол үйдегі 7 үй тұрғынында бәріміз жиналып субботник істедік. Жолымызды да грейдермен уже жеткізіп қойдық. Соған енді жаңағы сұрап жатқанымыз жолымыз даяр. Тек бір жаңағы мына сұраспалардағы секілді бір азынаулық уақытша енді міне менде қатты жауап та бар. Мына отдел транспортының жауабым да бар. Не депті? Значит, бүйтіп жазыпты міне. На ваше обращение, бәрін оқымай ақ қояйын, отдел пассажирского транспорта мынандай жауап беріп жатыр. Касательно вопроса установки автобусной остановки сообщает, что по указанному району невозможно организовать регулярные перевозки пассажиров из-за отсутствия автомобильной дороги. Енді автомобильный дорог біз істейміз ба? Зерсемейсіздер. Соны сізден сұрайып, антиталалық дегеніміз ғой. Жалпы әлгі міне законның статья 21 закон об автомобильном транспорте. Здесь вот эти жазы. Пропускная способность дорог позволяет осуществлять регулярное движение автобусов. То есть, что? Қайтадан жол жоқ дегенге келтіріп тұр.
Также сообщаем, что отделом запланированы работы по асфальтированной дороге, ведущей от поселка за улицу Сеченова, логистический центр Северный, да, на 2023 год. Оған да пойдет. Бірақ енді азналықына жоқ. Онда былай істейікші, сіздер мен жеке кезген сол жерге барамын. Вообще, мен сот айырып едім, айдырады. Вообще, уақытыңыз бар болса, айбекпен сіздің уақытыңыз бен тығыз екен. Бірақ бір мезгіл келсеңіз, біз нақты сол жерде сізге көрсетуші едік. Елдос. Мынау былай, мынау былай дейді. Сержан Мұхтарович. Елдос пен мен сетевойыма қосыңыздаршы, осы жақты біз толық аралаған жоқ әлі бір. Келіп, сіздерменен бірге. Біз сізді күтеміз, сіз айтсаңыз, біз сол жақтың халқы жиналып, сізді күтеміз. Сөз сұрағымыз бітті. Жақсы.